Так, всем привет! Кто первый раз у меня на канале, меня зовут Марина. Как-то мне нужно вот так, да, сесть. Давайте я попробую свет включить. Я хотела при дневном свете, чтобы было. Ну да, наверное, при дневном, потому что идет некрасивая подсветка какая-то некрасивая. Так, я вам обещала снять. Кто уже подписан давно на мой канал, обещала снять свой уход, вот так, что я сейчас пользуюсь весной. И давайте начнем сразу с демакияжа. Мне полюбилась вот эта умывалка от Garnier. Я ее покупаю, это уже, наверное, второй или третий бутылек. Хорошо снимает макияж, вымывает, очищает лицо, не пересушивает его, не раздражает. Классный бюджетный, классная бюджетная умывалка. И если верить, что здесь написано, то Natural Organic 96%. Что бы это значило? То есть, ну как бы более натуральные, наверное, веганские какие-то тут продукты используются. Ну, короче, наверное, меньше химии. Вот, поэтому нравится, и аромат мне нравится, свеженький такой, буду покупать, вот видите, закончилось, уже немножко осталось, буду в магазине, куплю. Дальше, тоник у меня сейчас от Poyot, вот такой розовенький, он тоже после умывания я всегда наношу, и утром, и вечером я всегда прохожусь еще тоником. Вот как только я стала тоником, использовать тоник, у меня ушли все прыщи. Помните, ну, если кто давно прям подписан на меня, то был у меня такой момент, я тогда как раз начала пользоваться вот этими CCBB корейскими, и меня, видать, от неправильного очищения посыпало. То есть BB-крема корейские нужно смывать очень хорошо. Ну вот, и после того я купила себе тоник. Помню, тогда я покупала чистая линия. Я дома всегда покупаю чистая линия, я не знаю, мне нравится. А здесь вот покупаю Poyot. Ну то есть я тоже экспериментировала, разные покупаю в принципе, но вот купила Poyot. Тоже хороший тоник, тоник-бустер, то есть он и увлажняет, и очищает, хороший, и аромат приятный. Дальше, здесь у меня сейчас две эссенции, от Poyot одна, вот такая вот голубенькая, и там вы видите, вот сейчас хорошо видно вот эти вот, такие вот, это цветочки, лепесточки, беленьких цветочков каких-то. Вот, хорошая эссенция, увлажняет, успокаивает лицо, приятно пахнет, такой свеженький цветочный аромат. Советую, здесь 125 миллиграмм и стоит в интернете 400 там с хвостиком крон. Хорошая, она такая немножко, такая, видите, не сильно как водичка, а такая более тягучая, вот. Ну, эссенция. Хорошая вещь, мне понравилась, буду покупать. И для эксперимента я решила взять, это уже как бы эссенциальная вода от L'Occitane, 200 миллиграмм, цена почти такая же, как у Poyot эссенции. И мне тоже нравится, как она ведет. Она прям вот как водичка. Здесь прям травами-травами пахнет. Как водичка, но когда вы наносите ее на лицо, она как-то так чувствуется, такое какое-то увлажнение. Но не жирность, а именно вот как-то и увлажнение, и успокаивает. То есть хорошая вещь. Попробуйте, у кого там сухая кожа. Да мне кажется, она и для жирной кожи как бы... Тонер. Написано, что это тонер. Хорошая вещь. Вот две моих таких находочки. Я бы сказала, для этих цен, да, которые сейчас существуют на рынке, это недорогие как бы эссенции. Так что попробуйте.
если ищете что-то вот такое. А дальше, после эссенции, да, или эссенциальной воды, я наношу обязательно масло. Этот раз у меня масло, масло японской камелии. Я его использую, у меня уже, я смотрю, половина. Я его использую не только на лицо, я массаж себе сейчас делаю такой лица. И я наношу и на зону декольте, на грудь, на живот. После массажа вот наношу такое, надо было мне взять, наверное, больше, здесь 50 миллиграмм, надо было мне взять 100 миллиграмм, у меня хороший расход идет этого масла. Так что да, вот или ванильное масло я покупаю от Salus, и вот это мне тоже понравилось, такая нежная кожа после него. Потом я наношу крем под глаза Alcina, вот такой вот, хорошо увлажняет. Немножко у меня там его уже осталось. Но его нужно, он экономный. Стоит 300, тоже с хвостиком, я не помню эти хвостики, 300 крон, 300 с чем-то крон, 15 миллиграмм. Но его нужно совсем... Алик, сделай тише, пожалуйста. Но его нужно совсем немножко, потому что очень хорошо вот увлажняет и питает кожу. Дальше. Его, кстати, это не только для глаз, но и для губ. Дальше. Поет. Ну, от Alcina вы увидели, я, по-моему, его уже показывала. Хорошо. И зимой он у меня шел хорошо, и, в принципе, и сейчас. Вот поет у меня крем номер 2 Кашемир. Вот такой вот тоже классный крем. Он похож на крем от Гаринье. С алоэ именно не гель, а крем. Вот чем-то они похожи. Ну, вот здесь у меня сколько? 50 миллиграмм тоже, да? 50 миллиграмм. Такой обыкновенный приятный аромат. Достаточно тут большой объем. Хорошо увлажняет и питает кожу. Вот прям замечательно. Так что, ага, еще один продукт тоже отпоет. Это CC-крем, его я держу немножко на позже, когда вот начнется прям жара-жара, да, я его буду использовать. Здесь SPF 50+, 40 миллиграмм, он идет уже с уходом, то есть, в принципе, когда вы его наносите, не обязательно наносить крем. То есть вы все вот это вот сделали и нанесли вот это, он идет и как ухаживающий продукт, и плюс немножко выравнивает тон лица, защищает от солнца. Поэтому хорошая вещица, вот ждет своего времени, я пару раз использовала. Ну, потом, думаю, пускай подстоит немножко. Он беленький, немножко так распределяется, но его почти, он почти как бы, опять повторюсь, это такие вещи, которые... Если вы не хотите наносить тон, вы дома, например, или на море, вот, замечательно, на пляже, да, вот, нанесли, и уход у вас, и выровненный тон лица, там, легкий макияжик какой-то, бровки, и губки, очки одели и пошли. Я сейчас... Не обхожусь без очков. Я купила себе очки солнечные. И я прям вот постоянно в них хожу, езжу. Не могу прям, у меня, я не знаю, что слишком чувствительные вот глаза стали на свет, на солнце. И прям раздражаются невозможно без очков. Особенно если у меня накрашены ресницы, без очков просто невозможно. Поэтому тут даже идет не как бы не то, чтобы там придать какой-то образ, да, а это чисто вот с ними удобно, ну вот защита такая для глаз. Вот такой мой уход. На этом все. Если вам было полезно, может, некоторые моменты вам подсказала. Пишите запросы, как всегда, подписывайтесь на мой канал, для меня это очень-очень важно.
ставьте колокольчик, ставьте пальчики вверх, пальчики вниз, комментируйте обязательно, делитесь моим видео, если оно вам понравилось и в чем-то, может быть, помогло. Делитесь со своими подружками. На этом все. До новых встреч, увидимся!